Друзья, всем добрейшего времени суток! Мы снова со Смайлом на хуторе. В этот раз я приехал с ночевкой. Так у меня получается, что могу приехать с ночевкой, переночевать и позаниматься нормально с утра делами. Привез чуть-чуть вещей с собой. Так, самая главная вещь. Так как я буду спать на кровати, Смайл уже где-то надо спать, но я ничего лучшего не придумал. Нашел дома вот такой старый бушлат. Он из натуральной, наверное, овчинки. Я думаю, что ему будет очень даже хорошо. Да, друг? Пошли, я тебя с новым местом познакомлю. Пойдем. Идешь? Пошли. Иди сюда. Бандерлог не хочет. Придется его вот так вот. Оп. 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 Дружище. Твое новое место. Да-да-да. Твое новое место. Так, и взял с собой немного вещей. Во-первых, взял такую маленькую глиняную. Даже не знаю, кубышку это что такое, горшочек маленький глиняный. Я думаю, что в нем в печи можно что-то приготовить себе на обед, чтобы хорошо покушать. Так. Тут взял хлеба. Взял подсолнечного масла. Взял кусочек баранины, ребрышек. Как раз таки в этом горшочке и приготовим. Вот. В рюкзаке у нас все. И взял чуть-чуть, прикупил. Сейчас вам покажу. Так, во-первых, прикупил монтажную пену. Так, не буду поворачивать, потому что это не реклама. Монтажную пену выбирал, которая морозостойкая, которая для утепления. Взял небольшой один баллон, взял два баллона. Если вдруг мне одного хватит, чтобы один остался. В дальнейшем покажу, наверное, первым делом я и займусь, что позапениваю. Расскажу чуть позже. Так, купил таких полотен для сабельной пилы. Это чтобы лучше было, потому что мы уже старые, если что-то задумаю еще строить, пилить. Так, купил морилку такую. Это хочу покрыть эту тумбочку, попробовать. Она с дезинфицирующими свойствами, против гниения, оп, против грибка разного. Так, тебе туда нельзя, там твое место. Вот, против грибка, против гниения. И она должна древесине придавать структуру и хороший оттенок. Так, это два газовых баллончика купил. У меня есть маленькая плитка походная. Это если вдруг быстренько чая я хочу приготовить. И эти баллончики подходят вот для такой вот горелки. Она тоже в хозяйстве пригодится. Так что баллончики тоже пусть будут. Купил еще шлифовальные ленты. Так, обратно в пакет я выжу. Купил пару резеток таких, чтобы пыли влагозащищенные. Они будут тут временно, не постоянно. Это вот в... Те комнаты хочу провести электричество, чтобы там что-то делать, шлифовать, мастерская, чтобы эта комната пока была такая уютная для жилья. Ну, купил пару лампочек энергосберегающих. Так, тройничок, резетки там. Кисточку купил еще. Так, друзья, это все потом.
Вот такие еще дешевые приобрел светильнички. Они беленькие, как раз сюда на потолочек. Три штучки. Наверное, тут над столом сюда один. Если вам видно, сейчас покажу. Так, это сейчас поставлю в сторону. Вот, потолок пока белый. Пока с ним делать ничего не буду в ближайшее время. И вот они тоже белые. Ну, они еще запечатаны, распечатаю. Вот, над столом одна. Короче, в каждой промежутке между балок. Как раз их три промежутка между балок. В каждой прикреплю, скорее всего. Завтра посмотрим. Или еще есть идея просто по центру лампочку. Потому что лампочку купил такую чуть помощнее. Смайл, друг. Давайте сниму ошейник. Тебе будет веселее лучше. Все, спи, отдыхай. Друзья, а я тогда затапливаю печку. Затапливаю печку. Может, чая себе сделаю еще. А, наверное, забыл показать. Еще варенье с собой взял. Батона, варенье. Ну, подготовился так, хорошо. Сутки точно продержусь, а то и больше. Сейчас времени свободного есть. Если никто не позвонит, так сказать, не отвлекет. Значит, побудем тут сутки точно, поработаем плотненько, чем-нибудь позанимаемся. Все, не переключаемся, а я топить печечку. Друзья, насчет полки говорили, что мыши-скалолазы моментом залезут. Я ради эксперимента оставил семечки на полке. Пока лежат, пока все хорошо. Это уже второй день, наверное, после полки пошел. Конечно, можно сказать, из-за того, что я подтравливаю мышей, их, может, уже меньше стало. Может, из-за этого. Но все равно я их видел. Сейчас заварю чайка себе. Печки растопил уже. Да, печки уже растопил. Две. Будет тепленько, сейчас нагреется.
Чайничек поставил. Надо будет тоже чайничек приобрести хороший, а то это с походов, с рыбалок моих. Такой он на кострах весь уже как уголек. Вот. Сейчас дождусь, сделаю чайка. Выйду, наверное, еще на улицу прогуляюсь. Подышу свежим воздухом перед сном. И лягу спать. Смайл, друг, уже храпит. Пусть спит. Все, жду, пока вода закипит. Может, пока закипит, пройду и прогуляюсь еще пока. Сделал себе уже чая. Сейчас открою еще баночку варенья. Перекушу на вечер. Заодно поделюсь с вами планами на завтрашний день. Так как ранее вы видели, я уже прикупил розеток, монтажной пены. Монтажной пеной хочу позапенивать промежутки между оконной рамой и самим срубом. Потому что они были забиты раньше какой-то ватой, мхом, паклей. Половина этого всего высыпалась. Щель есть, сквозняк. Так что это надо будет все прозапенивать. Потом в той комнате, тоже ранее видео я показывал, не в этом, а в прошлом, что в углу там тоже дырка, ее надо запенить. Сделать на эту зиму меньше сквозняка, чтобы меньше тепло уходило, чтобы было комфортно здесь находиться, что-то делать. В дальнейшем везде будут меняться окна, будут врезаться больше размером. Будут подгоняться сейчас с современными инструментами, бензопилами, там разными пилами другими. Все можно сделать очень красиво. Это раньше все делалось вручную, ручными пилками, поэтому в одном месте зазора нету, в другом месте пару сантиметров зазор. В дальнейшем все это переделывается, сделается по уму, так говорится. Запеню, наверное, с самого утра. Потом прокину быстрее тоже временную проводку. Потому что когда дом... Ну, это я так вижу, когда будет финальная стадия. Тогда уже будет такое красивое электричество проводиться. Сруб этот будет оставаться так. Только покроется чем-нибудь, обработается от гнили, от грибка. Не будет он краситься, там, зашиваться, тем более он ничем не будет. Он будет вот так оставаться. На таком срубе будет красиво смотреться старая витая проводка на таких фарфоровых маленьких креплениях, кендриках. В дальнейшем тоже это все покажу. Ну а пока, чтобы в каждой комнате было комфортно, был свет, была розетка, проведу черновую проводку. Это у меня такие планы на завтра. Может быть, начну
шлифовать прихожую. Тоже у меня в мыслях есть. Наждачка, все у меня осталось еще. На маленькую эту комнату прихожую хватит. А там дальше, а там дальше посмотрим, как буду справляться по времени. Если будет свободное время, работы хватает уйма. Хочется еще полностью убрать веранду, чтобы тоже там освободить место, потому что она чуть захламлена. С этих комнат, когда выносится что-то, часть я выносил в сарай, какие-то мелкие предметы я там на веранду ставил. Вот их надо тоже все повыносить будет в сарай. Полностью дом весь от всего освободить, вынести в сарай. Тоже одна из задач. Варенье вишневое, мамино, вкусное. Все, друзья, ладно, допиваю чай. Посижу, может, чуть-чуть в интернете, какую-нибудь информацию для себя поузнаю, которая мне интересна. Вот. И буду ложиться спать. Завтра встану и начнем заниматься работой. Так что, до завтра, друзья. Доброе утро! Я, друзья, проснулся уже на газовой походной плиточке. Разогрел себе водички, закипятил, сделал чая. Друзья, за окном у нас еще темно. Сейчас зимой светлеет поздновато. Так, по времени, наверное, еще 8 часов утра нету. Летом в это время хорошо, уже светло. А сейчас еще темновато. Вот. Сейчас, наверное, затоплю сразу с утра русскую печку. Пусть она по-быстрому прогорает, чтобы можно было поставить в него горшочек и приготовить себе еды. Затоплю печку, попью чая и потихоньку начну что-нибудь делать. Надо постараться продуктивно сегодня поработать. Надо растопить печечку. Дрова я сложил еще вчера. Они там, наверное, и подсохли за ночь. Они и так сухие были, но
лежали на улице в дровничке, чуть-чуть отсырели. Итак, друзья, сейчас приготовим покушать, поставим готовиться. Как-то мне в комментарии писали, с самого утра приготовь покушать, а потом занимайся делами. Так будет лучше. Все равно утром всегда ты пьешь чай, чуть-чуть отдыхаешь, но с самого утра ты приступаешь к делам. Вот я решил воспользоваться этим советом. Так. У меня есть картошки чуть-чуть, у меня есть баранина, соль, перец, чеснок. На хуторе пока больше ничего нету. Подсолнечное масло. Подсолнечного масла, я не знаю, друзья, я не повар, это чисто на мое видение, на мой вкус. Я думаю, подсолнечного масла чуть-чуть, совсем капельку. Это чтобы смочить, чтобы сразу не пригорело, если вдруг. Потом баранина пустит свой сок. И будет в собственном соку. Так. Вот такие вот ребрышки с полингвичкой, сочки. Сейчас два штучки ложу. И картошки сверху. Так. Еще ложу. Да, горшочек маловатенький. Но я думаю, на один раз. Оп, на один раз мне хватит перекусить. Ну, и Смайлу другу кусочек остался. Как без этого? Так, беру соль. Солю. Думаю, достаточно. Беру перчик. Перчу. Еще один чесночок сверху. Есть водичка у меня еще от чая тепленькая чуть. Чуть-чуть заливаю. Немного, чтобы оно там все протушилось. И в печку. Печка прогорела.
Ну и все, я думаю, что часик минимум пусть стоит. Друзья, у нас потихонечку на улице становится светлее, но еще рассвета нету. Сейчас возьму дров, позатапливаю эту вторую печку. И в этой комнате в русской пусть готовится, а я затоплю, пусть сама печка прогреется. Чтобы в доме было тепло, уютно, комфортно работать было. У нас оттепель обещают сегодня. Прям с утра уже даже чувствуется, что тепло, не холодно. И снег мягкий. Неделю обещают плюсовой температуры. Не сильно плюсовой, но обещают и мокрый снег с дождем. И плюс один, плюс два. А может и больше, чем неделю. Посмотрим. Так, все, набираю дров. Растапливаю печечки еще. Горшочек уже почти готов. Дотамливается. А я уже в одной комнате сделал свет. И потихонечку можно приступать к уборке. Вот, друзья, надо весь инструмент перенести в эту комнату. В эту тумбочку хочу сложить, в этот сервантик, весь электрический инструмент. От пчеловодства поилки для пчел, тут еще какие-то принадлежности. Еще подумаю, куда сложить все. И эти полки разберу, оборву до конца обои. И эту комнату хочу тоже чуть подзачистить. Вот. Свет сделал вот такой, чтобы можно было в любой момент, правда, отцепить. И перецепить там на другую стенку, чтобы они не мешали. И так же само с лампой. Прицепил там по одному саморезику буквально, чтобы можно было быстренько отцепить и куда-нибудь перецепить в другое место. Потому что пока ремонты, уборки, шлифовки, оно постоянно меняет дислокации. Так, сейчас, наверное, перекушу тогда. Я думаю, горшочек готов. Да, горшочек готов. Перекушу и с новыми силами приступим к работе дальше. Печки. Печка уже старая, кирпичи все попроседало. Нету ровной плоскости, поэтому горшочек зацепляется. Думаю, может так вот. Ничего страшного. Ого. Тут уже прям все готово, друзья. Сейчас тогда пусть чуть-чуть остынет, потому что прямо из печи он горячий, остынет и перекусим. А пока остынет, надо минут ему 15 по-любому постоять. Я, наверное, пойду в ту комнату, запеню тут угол, там, где очень сильно сквозит. Пошли. Друзья, вот буду запенивать. Смотрите, как стенка ушла. Аж плинтус, насколько от стены это двинулся. Это так стенка из-за этого угол разобрался. Прям сейчас не пожалею, вот все тут запениваю. Потому что эту комнату топишь, и она сразу же выхлаживается.
друзья, тут все потом будет разбираться, в том числе полы. Так что сильно не церемонюсь, а делаю, чтобы не было сквозняка. Так. Сверху тут надо еще. Друзья, запенил. Все такие основные. Там, где дуло, прошелся рукой, потрогал. Щели, короче, запенил. Все, в этой комнате будет теперь потеплее. Можно затапливать тогда здесь печку. Дрова я уже сложил. Просто еще не затапливал. Думаю, сначала запеню, чтобы тепло попросту не выходило. Сейчас затоплю печечку. Ну все, сделал себе чая. Растопил печечки обе. Можно перекусить. Набраться сил и в бой. Картошка прям очень вкусная. Пробуем баранину. Бомба. Смайл, нельзя попрошайничать. Потом твоя отдельная очередь будет. Я тебя покормлю обязательно. Ну и да, из печи. Это что-то с чем-то, друзья. Друзья, ну что, приступаем к разборке этой стены. Сейчас инструмент, все, что с полок, разношу. А потом буду разбирать полку. Ну что, давайте попробуем, может оно само как-то получится. Ого, а ну-ка еще раз попробуем. Да ладно. Может еще уберется само? Не работает. Ну и на том спасибо. Ладно, тогда сейчас это выношу, убираю. И смотрим, что дальше будем делать. Друзья, ну все, тут с большего убрал. Прям такой косметическую уборку не делал, потому что, скорее всего, начну шлифовать, будет очень много пыли. А большой мусор весь убрал. Так, ну прежде чем как начать шлифовать,
Потому что такая работа пыльная. Наверное, я ее оставлю на... Так, последнюю очередь, чтобы после нее сразу поехать домой. Душ, не душ принять после этой пыльной работы. А пока пройдусь в этой жилой комнате, получается, запеню тоже пространство между срубом и окнами. Друзья, еще раз повторюсь, что окна будут меняться. Это так, пока чтобы сохранить тепло. Друзья, ну что, я готовлюсь к шлифовке стен. Пошел я амуницию одевать. Друзья, ну я сейчас буду примерно вот так вот выглядеть. Буду тут шуметь, пылить. Вам это, наверное, неинтересно будет. Шумно, грязно. Предлагаю вам прогуляться по территории хутора. А я пока поработаю.
Все, друзья, на сегодня хватит. У меня, во-первых, наждачка закончилась. Вот потихонечку комната вырисовывается. Эти балки такие чуть посложнее, чем в той первой самой комнате. Вот этот еще угол. Только начал, не закончил. Возле печки тут тоже еще. Вот этот угол так пройден. Эта стенка и эта. Все, друзья. Собираюсь, завожу машину и домой. Мыться, приводить себя в порядок. И планировать, когда в следующий раз ехать на хутор, снимать видео и делать работу. Это получается двойная работа. И видео поснимать надо, штатив поставить. И поработать надо. И отвлечься от работы, чтобы снять видео. Ну, ничего страшного. Все, друзья, я домой. Всем пока, всем всего самого хорошего. Всем добра и мира, друзья. До скорых встреч.